Друзья, всем привет! Renault Captur не ломается. В общем, друзья, у кого есть такой автомобиль, вы приобрели его новеньким, смотрите, какая ситуация будет при замене масла. Там первое, второе, третье, десятое ТО. Погнали. Я банан бы дал бы вот тому, кто его туда спроектировал. В общем, это нормально. Две сливных. 1,6. Нет, одна сливная. Одна сливная. Вон он, синенький наверху. Вон он, синенький наверху, куда придется залезть. Угу. А еще нужно умудриться открутить. Да. В общем, мастера недовольны тем, как устроено расположение двигателя, фильтра и всех составляющих узлов. Двигателя я доволен, Василий. А чем ты недоволен? Это лучше, чем он будет в заднице. Ага. У проектировщика. В общем, друзья, есть свои нюансы. Слегонца геморройный автомобиль в плане ТО. Техобслуживанию. Никакого геморроя. Все нормально. Может, ты сразу о больном-то, а, Василий?